Так, взяли вот такую пиццу. Называется ветчина с грибами. Так, а тут у нас что же у нас тут? Что же у нас тут? Это у нас рис с креветками и овощами. Рис с креветками и овощами. Соевый соус. И там роллы горячие. В подарок дали морс. Лето в городе. Да уж, лето в городе. Август месяц, но уже погода осенняя, холодина сегодня вообще. Холодрыга ужасная, пасмурно, дождливо. Вот сейчас дождь, конечно, закончился, конечно, хорошо. Но ой, такая холодина, что хочется одеть кофту с носками теплыми и плед. Пледом укрыться, чай налить, кофейку налить и как в осенний сентябрь или октябрь. Дождливый. Ну ладно. Сейчас перекусим вкусняшками. Ну что, пробуем рис с креветками. Тут вот такие креветки я вижу. Вот. Катя, твое мнение по поводу риса с креветками? Нормально. Ну что, не очень вкусно? Говоришь, нормально. Так, а там вот у нас вот такая пицца. Надо будет ее, конечно, подогреть, потому что она уже у нас остыла, пока мы везли. И наши любимые роллы. Так, это у нас запеченные с курицей вот эти. Это у нас называется Киото. И вот эти у нас Нагано. Помоги открыть. Но они еще такие тепленькие. Вот. Вкусняшка, да? Угу. Все. Нам приятного аппетита. И кто с нами кушает, тоже приятного аппетита. Катя у нас чем занимается? Вышивка. Алмазная вышивка такая. Вот. Картина с кошечкой. У нее много всяких баночек. Вот она распределила алмазики эти разного цвета, да? Угу. И здесь вот уже такой выпуклый рисунок получается красивый. Потом можно будет повешать такую картину. Молодец. И есть чем заняться. Варю компотик из своих фруктов и ягодок. Яблочки свои, груши. Все вот у нас наросло. Кружовник, смородинка. Ягодно-фруктовый компотик. Вот у нас какой арбуз. Каких размеров уже лежит в теплице. Огромного, просто уже настоящего арбуза. Ничего себе, первый раз вот у нас такой арбуз вот выращиваем. Посмотрим, как он будет, сладкий на вкус или нет. Но размеры уже внушительные. Вот такие арбузики у нас растут в теплице. На вкус не знаем, какие. Вот подождем до осени и попробуем свои арбузы.